ребенок 3 года, вот, балом. Он не ходит, шею не держит, не разговаривает. И вот в этой поликлинике, где мы состоим на учете, нас отказывается принимать. Мотивируя это тем, что якобы мы живем в другом месте, а мы проживаем по данному адресу, по данному, по вам выдают прописке в этом, да, районе. И у нас здесь находятся все справки, КИФ. Но они боятся, потому что боятся, что ребенок умрет и потом им попадет, да, так скажем. И нас отсюда любым образом пытаются изжить, да? Вот сейчас мы пытаемся добиться справедливости, уже здесь третий час находимся, отказывается нас принимать.